включаем, спрашиваете, из какой трубы. 20 на 20, все оцинкованное, 40 на 40 и 20 на 40. То есть три вида трубы применяется. Как мы видим, все оцинковано. Покраска теплиц полимерно-порошковая. Тут сейчас специальные на щиты покраска идет. Видите, щиты электротехнические для коммуникации. Получаем вот такой результат. Камера, где все вытягивается мощный, и в масках подпишем. Антисептик биосит. Видите, прям заливаем. Не жалеем антисептика. Слоями. И потом здесь лежит, сутки сохнет, на следующий день новая партия. И вот так вот рядами пропитывается и сохнет. Упаковка от теплицы. Поедет в славный город Омск. Вот так вот упаковано. То есть тут даже по углам картон, стрич-пленка, пупырчатая пленка. Вот такая капитальная конструкция. В любую точку мира, где есть транспортная компания. Поликарбонат. Применяем только высококачественный. Вот, например, новатор 0,75 плотности. Есть актуальбио 0,6 плотности. Полигаль стандарт 0,8 плотности. Полигаль практичный 0,65 плотности. То есть применяем поликарбонаты только... которые прослужат не меньше 10 лет. 100%. Потому что мы даем гарантию 10 лет на наши конструкции, ну и соответствующую догонку на поликарбонат. Поэтому только дорогой, качественный поликарбонат. Вот так. И вот итоговое. Смотрите, это арки павильона. Видите, все, покраска полимерно-порошковая. Видите? Все полимерно-порошковая покраска. И вот готовый груз покрашен, складируется, вот свежий подсыхает, и потом в покраску. А на улице получается, Денис, вот так лежит. Теперь самый главный вопрос про ассортимент. Ассортимент огромный у нас, выставка, вот видите, огромная. То есть это хлебницы, беседки, качели, теплица готической формы, видите, стоит. Павильонной формы. Павильонная форма бывает 3 метра шириной. 2,5, 2 метра, это стандартные. 4, 5, 6, даже до 7 метров мы делали павильоны шириной. Потом идут арочные формы. Сейчас вам покажу. Пристенная даже есть вот такая стандартная, 1,20 м высотой. Шириной, то есть. Всякие подставки под емкость. Каплевидные формы. Шириной 2, 2,5, 3, 4 и до 12. Вот такой вот есть парник. В теремок называется. Вот она капелька, самый шикарный хит прошлого года, 2 метра шириной. Вообще шикарная очень теплица, всем рекомендую. Практически прямые стены, ширина аккуратная. Ширина 2 метра, высота 2,35. Две грядки для семьи, вообще для начинающих дачников или у кого мало места на даче. Идеальная теплица по функционалу. Арочные формы, то есть есть просто арочная с горизонтальным усилителем, арка ферма VIP 20 на 40 внешне, 20 на 40 так называемый крепыш с горизонтальным усилителем. И посмотрите, какие огромные форточки в дверях, 800 на 880. Двери самые шикарные, еще никто лучше не придумал. Двойной замок на самой двери, видите, ручка на форточке, тоже двойной. То есть она открывает, смотрите, форточку зафиксировали на крючке, видите? Дверь закрыли. Раз, все, изнутри, снаружи. Везде все нахлест. Уголочек, резинка уплотнительная, где, если не легенда. То есть все сделано на высшем уровне, не как у всех. Еще есть у нас там стоят трехскатные, но они сильно не пользуются спросом, потому что много переливов. Митлайдер с разрезом арочного типа. Ну, наша тут легендарная зимняя теплица сейчас стоит на выслуживании. Кто помнит, у нас тут завелась белокрылка, которую вывести никак невозможно, только убойным методом мы ее увели. Вот это стоит легенда. 2,5 метра шириной, заметьте. И высотой 2,50. Высота стены 1,53 м. Рядом стоит вообще самый хит наш. Это легенда. Прям шикарнейшая теплица шириной под стекло
до 2, до 3, до 5 метров мы ее под стекло делаем шириной. Вообще, смотрите, какая прекрасная. Она также идет, кроется поликарбонатом, стеклом. То есть выбор огромнейший всего и вся. Там стоят у нас арочные 1,5, там за ней 2,5 метра. Обратите внимание. 1,5, 2, 2,5 метра. И вон там дачник еще стоит домиком. То есть там летний душ стоит. Шикарнейший вообще летний душ. В прошлом году было жарко, и прям очередь за ними стоит. Смотрите, высота 2 метра. 2,60 с парником, с крыши. Многие спрашивают, зачем крыша? А как вы мыться будете, когда дождь будет? Вообще, закрыться, прикрыться, можно так сказать. Заходим внутрь. Это ручка старого типа. Сейчас здесь ставится ручка-замок. Переделать надо будет дверь. Трапик мощный. Бак до 250 литров с подогревом или без. 110, 150, 200, 250. Видите, как крыша. Вы зашли, шторочку закрыли, здесь раздели, все повешали. Розеточку включили, нагрели, например. Можно что лейку вверху вкрутить, что вот такой душевой набор купить. Все, как говорится, на высшем уровне. Вот надо дверь переделать. Эти старого типа. Скажу ребятам. Ну и наши тут охранники. Видите, Муся охраняет. Поэтому двери купе легендарные. Смотрите, их осталось там 2 или 3. Как аккуратно ездил. У того мало места в основном. А теперь, почему говорят, спрашивают у нас дорого. Это три, смотрите, три связующих. Вот берем даже легенду. Обрамление торцов, уголок декоративный, да? Оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. И третье, это гарантия 10 лет. По снеговым и ветровым нагрузкам без ограничений, если наш монтаж. Ну, соответствующе, если даже вы покупаете без монтажа, она также будет стоять у вас, как и с нашим монтажом. Ну и качество изготовления соответствующее на уровне. Ну, все, вам практически рассказал про нашу сказку. Ну и тут можно рассказывать и рассказывать, вы сами знаете, долго и упорно. Вот так вот, и небо смотрите. Монтаж теплиц. Смотрите, монтаж теплиц. Вот поедут ребята скоро на монтаж в Оренбург. Это 900 километров на нашей газели. Потому что только мы можем позволить. Они едут на одной газели, монтируют и уезжают обратно. Вот наша фирменная газель. О, да, вот. Видите, вот такая вот. Немножечко грязненькая. Смотрите, сколько у нас тут стекла стоит. И все на монтаже делать надо. И вот эти все хлебницы, они все проданы. То есть ждут весны, видите, сделаны. Поэтому монтаж можно осуществить, но стоимость прибавится к доставке газели. Она будет, естественно, дороже, чем отправить транспортной компании. Ну, так вот. Что еще? А так, монтаж легко. Как говорится, главное платить. Так вот. Про теплицу нашу. Это с 4-миллиметровой. Моя экспериментальная. Здесь лично я немножечко командую, экспериментирую. Вид такая теплая. Пол теплый, утепленный, не теплый, утепленный. И вот здесь у меня растут помидорки. Тут немножко было жара. Что-то вот видите, в теплице самое главное проветривание. Даже клапан, он тот, который стоит, не спас. Хоть тут вовсю работало все. Поэтому вот самый минус поликарбонатных теплиц, это если вы забыли открыть или у вас что-то не открылось, может все просто сгореть. Потом отпаивать. Вот сейчас отпаили. Видите, листики какие были. Сейчас отпаил, и все отлично. Вот он, каменный цветок от семена партнер. Смотрите, прям как грозди винограда. Это у нас оранжевый земледелец. Вы уже видите, у него сколько томатиков. Еще вот здесь висит. Ну, огурцами у нас что-то проблема. Сейчас я по новой высаживаю. Видите, сколько рассады. И вот накрыл, пересадил. Пересадил по новой. Вчера мы собрали урожай огурцов. Вот они. Здесь все практически посажены корнишончики, то есть вот такие маленькие. Сейчас садим побольше, покрупнее. Вот. Мы будем герольд сладенький. Поэтому такая вот здесь лампы везде висят. Вот тут рассады еще, видите, помидорки. Перцы. Перцы вообще здесь шикарно. Вот они тут уже цветут вовсю.
таких вот 5-литрушечках ставлю эксперимент, насколько хватит. Потом сучок в теплицу пересажу в другую. Тут их у нас много, которых мы летом растим. Видно будет. Ну, так вот потихоньку растим. Здесь стоят на датчиках все. Пушки тепловые, обратный клапан на жару. Поэтому все отлично. Вот так. Три огурчика есть.